Сегодня суббота, 11 сентября. Мы в Полтаве. Мы замечательно доехали, расположились. Сейчас у пилотов проходит брифинг. Его проводит главный судья Владимир Денисенко. Желтый флаг. Размахивание желтым флагом обозначает, что впереди опасность. Какая-то. Вы еще не знаете, насколько она опасна. Насколько надо снизить скорость, вам никто не может сказать. Иногда бывает, что пилоты в азарте, в борьбе, сзади едущий, готовя обгон, не увидел желтый флаг. Если вы в этот момент увидели, что вы получили преимущество в позиции и не хотите пенализироваться, поднимаете руку, возвращаете позицию. Обратите внимание, вот это все последствия игнорирования требований обгона. Мы за безопасность, поэтому человек в белом халате здесь. Мене звати Вишемірський Даніїл Михайлович, стартовий номер 58, бо був 51, але у мене його вкрали. Я їду у класі Open через те, що мій мотоцикл має найбільшу кількість доробок. Тип двигуна, який тут є у учасників, це найбільший 190 кубічних сантиметрів і 4 клапани. Любов до мотоциклів почалася з мотоциклу «Мінськ», який був у мого дядька. Але перший мотоцикл свій я купив у 12-му році. І от перший кубок «Козакс Кап» в 2017 році я брав участь там на великому мотоциклі в Брно. І от, в принципі, з тих пір я не пропустив жодної гонки, жодного івенту, який проводить Козакс Кап. America the ugly, raped my mother, deceived my sister, separated my brother, murdered my children, hung my father. Now they want me to rock the vote, the fuck's why bother? Seen their commercials for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. My mind's too sharp, my brain's too clever, my spine is too strong, every line pulls a lever. Limitless rhymes for the indigenous, the remedy. Plot, get my money like the Kennedys. Flip it, put them in stocks, collect anemones. Rock, roll, behold my epiphanies. And read them and weep, heed them, I beat them to sleep. Mislead them till we even, Stephen, defeat them with freedom of speech. And let them know that I'm the motherfucking fire starter. Piss on the Constitution, then burn the Magna Carta. All I know is what I feel. Deceive my eyes and distort what's real. Only truth will set you free. I'd rather die. Сегодня все отлично, у меня были небольшие проблемы с тормозами, мы их устранили вчера, едется хорошо, трек, ну, покрытие хорошее, есть латки, но это там как бы издержки украинского автоспорта и мотоспорта. А так в целом все классно, хороший уикенд, отличная погода, прям супер. Очень классный хитрый трек, потому что, как мы знаем, в Полтаве покрытие не идеальное. Это, с одной стороны, ограничивает действие, но, с другой стороны, мне, как пилоту, дает какие-то точки, на которые можно ориентироваться и, естественно, ускорять свой результат, улучшать свой результат. Потому что, ориентируясь на какие-то латочки, мы всегда можем построить точки торможения, точки поворота, ну и улучшать результат помогает это.
Меня зовут Сидор Давид, мне 12 лет. Я езжу за команду Ardo Motor Racing Team и выступаю на UCF 190 Daytona. Я езжу в гонках до более 6 лет. Ну, пока я в европейских чемпионатах достиг только 8-9 места, но для европейского чемпионата этого недостаточно. Там нужно больше тренировок, больше моего опыта, но при том, когда я приезжаю в Украину с таким опытом, этого хватает, чтобы всех здесь объезжать. Из хорошего мне нравятся трассы, на которых мы выступаем. Я их знаю, и мне много что тут нравится. Нравится то, что есть конкуренты, ну, люди, которых я знаю, с которыми я могу конкурировать. Это нравится. Не нравится единственное, что то, что иногда вот, случаются такие ситуации, когда на стартовых решетках иногда бывает такой разброс очень странный, иногда глючат светофоры, там такого нет. То есть там проходит маршал, показывает зеленый флаг, загорает светофор, все накручивают обороты и поехали. Тут не так, тут много толкучки, много всякого такого, чего не хотелось бы видеть. В Полтаве трасса довольно хорошая, но если убрать все, вот перестелить ее полностью, трек будет очень хороший, потому что на некоторых поворотах есть ямы, в которых на выходе ты попадаешь, и тебя постоянно мотоцикл раскачивает. Сегодня финальный этап чемпионата Kozak Speedbike Cup. Решающая гонка. Мы все в предвкушении, что же будет, чем закончится этот сезон, какие пилоты получат результаты, какие они будут. Пилоты заряжены на победу, естественно. Мы все ждем зрителей. Мы ждем результата. Сейчас они проходят квалификацию, согласно которой они узнают свою позицию на стартовой решетке. И уже через 3 часа начнется гонка. Мы приехали немножко раньше на один день и, ну, как улучшаюсь. Как я соревнуюсь сама с собой, со своим временем. Потому что пока еще нечем так хвастаться. Планы на гонку всегда стремиться занять подиум, призовое место. В принципе, все нормально, подстроили технику, выставили давку, нашли все свое. И сейчас, ну, планируем две сессии выехать на время. Участвую первый раз в гонках, но участвовала в виде поддержки сына, а в этот раз решили вместе. Со стороны, когда смотришь, это одно, когда участвуешь, это совсем другие эмоции. Но я отношусь к тем людям, которым лучше участвовать, чем сидеть на лавочке и смотреть. Трек интересный, сбитый, маленький, мало прямиков. Точнее, они короткие, не такие, как на Чайке. Мне он больше нравится. Круто, что с трибуны много видно все, всегда. Зрителей, надеюсь, будет много. Это очень важная часть и для гонок, и для организаторов, и для гонщика непосредственно, потому что это заряд капец. Ну просто вы даже не представляете, как круто, когда народ смотрит, когда болеют, руки поднимают там. Это вообще, ну то есть хочется ехать еще быстрее. Но оно так и получается. Так что приезжайте все, все приезжайте на гонки. Буду вас всех обнимать и будем делать полный газ. Сезон сумбурно, учитывая небольшое количество тренировок. Для меня каждый этап чемпионата – это какое-то событие. И, в принципе, это, наверное, самые яркие события лета, которые только можно придумать. Поэтому чемпионат идет как каждый день, как праздник.
верхушка всей организации, это финал всей нашей подготовки. И мы надеемся, что это будет ярко, и что нам будет что вспоминать все зимние дни, и что все будут с нетерпением ждать открытия сезона 2022 весной. Артур Сидоров. Я научился ездить на мочке раньше, чем разговаривать. Это круто, то, что наш папа, это как бы он организовывает все эти поездки и так далее куда-то. Да, он платит большие там деньги для того, чтобы мы погоняли просто. Всем соперникам удачи и пока. We sell crack to our own out the back of our homes. We smell the musk of the dusk and the crack of the dawn. We go through episodes too, like Attack of the Clones. Work till we break a bag and you hear the crack of the bone. To get by, just to get by, just to get by, just to get by. We commute the computer, spirits stay mute while your ego spread rumors. We survivalists, turn to consumers. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. You ask them why some people gotta live in the trailer. Cause like a sailor, I paint a picture with a pen like Norman Mailer. Me and Wella raised three daughters all by herself with no help. I think about the struggle and I find the strength of myself. These words melt in my mouth, be hot like the jail cell in the south. Before my nigga Core bailed me out. Just to get by, just to get by, just to get by, just to get by. Do or die like Best Star, see the red sky out the window of the red eye. Let the lead fly, some T-Rap shit, living the lead die. Помешали очень. Они не соображают, что они делают абсолютно. Но Макс быстрее. Я объективно буду ценить то, что я не могу его ритм держать. Ну, это не мой темп. Гонка очень энергичная, интересная. Я уехал немного от своих противников, но это не помешало быть гонке все равно интересной. Немного тяжело, потому что резина не супермото. Как бы шоссейно-кольцевые. Ну, в общем, результатом доволен. Сложно. 20 кругов на супермото — это как эндуранс на питбайке. Sing like John Lennon, imagine all the people watch me rock like Paul McCartney from now until the last Beatles drop. What?
Полтава отличается от всех остальных мест, которые у нас есть в Украине, от всех остальных треков, потому что тут приходит действительно большое количество народу, много болельщиков, которые и подписываются, да, на социальные сети, они поддерживают каждого нашего пилота, они реагируют абсолютно на всех, они даже знают пофамильно своих пилотов, ну то есть они полностью проникаются этим спортом. И это не может не радовать. Пилоты не получают спонсорских каких-то вливаний. Они вот где работают, получают эту зарплату и вкидывают ее в этот спорт. То есть да, для них это хобби, а для некоторых это профессиональное даже не увлечение, это работа. Они приезжают здесь и отрабатывают. Они каждый день тренируются для того, чтобы приехать и отработать один день, заработать эту медаль, кубок, звание, еще чего-то. То есть по факту для вас, народ, это абсолютно не имеет никакого значения. А для пилотов это немаловажно. И когда приезжает зритель, поверьте, они дубасят на 2-3 секунды быстрее. Скорость предельная. И поэтому, когда их поддерживают, когда им аплодируют, когда кричат им вслед то, что вы молодцы, это очень мотивирует. Поэтому, друзья мои, сегодня финал, будем удивлять. Присоединяйтесь к нам, будем давать полный газ. Им флагами синими махали уже два круга. Они, блин, это. Потом, ну, флаг синий. Там чувак машет. Убирает право. Один, второй. Я захожу, а этот, ну. Им флагом уже два круга синими махали. Они меня не пропускали все время. Синий флаг махали. Троим пилотам. Мне, кто спереди ехал и кто сзади. Меня тот, кто сзади, обогнал. Начал делать борьбу. Не пропустил. Потом, ну, руку мог поднять. Ну, окей, едем дальше. Нам все равно второй круг уже машет синими флагами. Я вижу, ну, мы все оборачиваемся, видим, уже рядом. Я показываю, проезжай, меня обходит, кто быстрый. И в повороте он столкнулся с этим, кто на синий флаг всех решил обходить. И вот и он поехал дальше. Да, он поехал, а вы двое завалились. Да. То есть, и такой, я раз пропустил тебя, понял, ты залез, потом я думаю, ну в смысле, вроде же где-то там. У меня то же самое, я тоже нахайлис сбавил, потом меня класс бой там объехала. Начинаю же заняться, смотрю, там уже флагами этими не машут, ну, синими. Думаю, зачем я сбрасывал, ну короче. Ну ты два же обогнал на синий флаг. Да, вот это я тоже. Причем и меня, и меня, тебя, да, вроде. Я не понимаю вообще, кому это машет. Ну, я... Я такой вроде синий флаг, я то вроде подвязаюсь, меня обгоняют по второму кругу, кого еще могут? Если ты не обгоняешь никого по второму кругу, кого еще могут? Когда мы обгоняли Заяну в красном комбезе, ей махали, и мы ее обходили. Выезжает на старт после падения группы С. Сейчас почистили трассу от разлива масла.
лидеры гонки. Сейчас ребята из группы Б выезжают уже на старт. Это очень сильная, мощная группа. В принципе, половина пилотов из них идет в одной секунде. И это уже те люди, которые почувствовали вкус скорости. И сейчас они будут давать очень интересную борьбу. Они, конечно, еще не попадают в группу А, но от этого их заезд будет не менее зрелищным, интересным, мощным и очень-очень завораживающим. Очень интересная гонка. Помню такой не сильно удачный старт гонки, зато потом за 13 кругов получилось отвоевать те позиции, которые потерял в начале. То есть это была такая серьезная борьба. И помню, что вот был на 100% сфокусирован на том, чтобы показать хороший результат, да, о том, чтобы хорошо проехать гонку. Вот. И в один момент ехал по своей обычной траектории. И столкнулся с другим пилотом. Падение. Сначала не понял, что произошло. Думал, что все нормально, потому что самочувствие было нормальное. Поднял питбайк. Снять, давай, снимай, нормально. Снимай вот так, это. Травматолог, команда. Влад, дай мне вот эту хрень у себя. Саша, иди. Стой. Она все. Понял, что я его не заведу. Ну и начал идти уже к трибунам. Подходя к трибунам, расстегнул комбинезон, засунул руку на кость, потому что понимал, что что-то тянет, и понял, что поломана ключица. Вот. И после этого сразу понял, что нужно, наверное, пересмотреть планы на пару месяцев вперед. Нужно как-то по-другому, возможно, относиться к мотоспорту, потому что все-таки это первая травма в моей жизни с таким переломом. Но знаете, сложно говорить о каких-то выводах, сложно кого-то винить, наверное, не нужно кого-то винить, потому что я уверен, что практически в любой аварии, в любом происшествии всегда есть совпадение нескольких факторов. Чувак, это Г-образник! Блин, я просто не захотел тебя убивать, и себя тоже. Ну это пи***ец. Просто в группе С там же была эта херня в Г-образнике. До этого там еще Инга наебала.
Ну куда лезть, блядь? Это самый опасный поворот на трассе, вот самый опасный. Слушай, ну смотри, я по скоростям рассчитываю, что я пролажу. Слушай, я тебя мог закрыть, но мы бы тогда столкнулись. Вот ты понимаешь это, блядь? Ладно, не держи. Ты ни хера не пролазил там. Я в Малого на первых кругах чуть не въехал. Уже потом, ну, первый, который ехал. Упал в гонке, поднялся, успел вернуть свою вторую, ну не вернуть, а продолжить вторую позицию. Сзади догонял Давид Сидоров, у нас была борьба под конец с ним очень серьезно, я его очень сильно крыл, прям очень сильно. И отыграл вторую позицию, оказалось то, что у первой позиции он произошел обгон под желтый флаг, ему дали 30 секунд штрафа. И из-за этого я первый. Капец, это вообще, это самый эпик фейл. На следующий год, я честно, по праву считаю, что 21 должен уйти мне. После любого падения ты всегда думаешь, оправдан ли риск или не оправдан это риск езды на мотоцикле. У меня в один момент тоже возникла такая идея, может быть, вообще закончится этим. Ну, та идея, наверное, была, может, минуту, и потом я все-таки понял, что я хочу дальше ездить. Хочу получать это удовольствие. В этом году Козак Спидбайк Кап стал официальным чемпионом Украины. И мы зафиналили эти гонки. Мы рады, что все состоялось. Конечно, не без травм, к сожалению, но это спорт. И бывает, что без этого никак. Это скорость большая, поэтому мы все понимаем. В самом чемпионате добавились, что самое удивительное, и семьи. Там, где родители участвуют наравне со своими детьми в гонках. Это очень интересно. За этим приятно наблюдать и видеть, что спорт в Украине благодаря этому развивается. Что дальше? Что дальше? Нужно подвести финальный зачет. Будут подсчитаны очки секретарем всех заездов. Будут сведены в одну таблицу, и мы узнаем, кто стал чемпионом в каждом из своих классов. И проведем финальное награждение. Сезон был достаточно сложным в силу большого количества заданий, которые я должен был выполнить, но было пару очень сложных этапов. На следующий год у меня планов нет. Сначала подожду выпуска нового регламента, а потом уже буду думать, что, где и куда. Планы на следующий год участвовать во всех этапах. Есть в планах осуществить мечту сына, поехать вдвоем эндуранс. Посмотрим, как пойдет. Главное тренироваться и систематично. Хотелось бы там ближе к следующему сезону подтянуть чуть-чуть свой скилл и идти в новую группу. Возможно, что-то будет меняться с мотоциклом, но это пока в секрете. Я буду сюда приезжать по мере возможности. Всем спасибо, очень всех люблю. И мне очень нравится Украина, я обожаю борщ и всех людей. На 22-й год пока мы будем смотреть, ждать регламент, потому что, опять же, в классе сток много ребят, но есть элементы стоковые, которые хотелось бы поменять, хотя бы просто, чтобы они работали лучше. Не быстрее, не как-то, просто лучше. Поэтому будем ждать регламент и готовиться на следующий год. Из него. Что касается нового регламента, он будет сильно изменен. В него будут внесены все рациональные предложения и просьбы от пилотов, которые мы слышали в течение года. Новый регламент будет значительно более строгим, но и справедливым. Так что до скорой встречи в сезоне 2022.